Он Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Итак, всем привет, мои дорогие подписчики, а также гости канала. Вот такая игрушечка появляется у меня на канале. Ну, разработчики любезно мне предоставили ключик. Спасибо им за это. Называется The Shattering. Довольно-таки забавная игра. В общем, постоянно у человека глюки происходят. Я не знаю, по какой причине. Ну вот. Вот. И мне как-то заинтересовало это, и я решил, подал запрос на эту игру, и разработчики согласились предоставить мне ее. Итак, давайте непосредственно мы ее сохраним, сделаем и пойдем посмотрим. Пациент стабилен, готов к новому сеансу. Я попробую побеседовать с ним о последних событиях. Дело идет тяжело, но я смотрю в будущее с оптимизмом. Доктор У. Ричардс. Я так понимаю, может быть, мы в психушке лежим, да? У нас какие-то, блин, проблемы. Так, на этот раз мы поменяем дозу. Я знаю, что ты устал, Джон, но нам надо погрузить тебя глубже. Мы должны повторить попытку, и я знаю, ты думаешь, что все в порядке. Ну скажи мне тогда, почему ты не можешь даже вспомнить ее имя? Имени. Что ж, давай попробуем еще раз. Еще раз. Ты готов? Смотри прямо на маятник и следи за ним глазами. Да, вот так. Когда я дочитаю от 3 до 0, представь, что ты здесь, в этой комнате. Попробуй расслабиться и пусть твои воспоминания ведут тебя. Yes. Да, да. Yes. Хорошо. Good. Now. Приступим. Let's begin. Three. Три. Two. One. Один. Zero. Ноль. Can you hear me, John? Ты слышишь меня, Джон? Я здесь. Я вижу, что тебе сложно освоиться. Давай не будем спешить. Подумай о чем-нибудь, что поможет тебе ясно мыслить. У тебя есть возможность влиять здесь на что угодно, так что осваивайся. Интересный выбор, Джон. Интересный выбор. А теперь представь, что ты встаешь с этого стула. Так. Хорошо, но что-то не хватает. Давай убедимся, что ты можешь ориентироваться. Найди источник моего голоса и скрылся на нем. Чего мы такое бездушное, да, бестелесная какая-то субстанция, да? Главное, говорит, интересный выбор. Ну так, а что мне еще выбирать, если только очки здесь лежали? Диктофон, да? Диктофон. Вот, фокусировка. Оп. Ага. А, то есть нас погрузили в гипноз. Ты это видел, Джон? Ты представлял себя в комнате без подробностей, но немного усилий, и ты все вспомнил. Правда сокрыта внутри тебя. Твоей жизни есть больше, чем эта комната и этот стул. Ты должен вспомнить. Серьезно? Ну, понятно. У тебя хорошо получается, Джон. Думаю, пока они тебе не нужны. А что это за какая-то херня? Понятно. Включить. Отключить. Покурим, 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 покурим. А, ептать, а тут нельзя. Включить, отключить. Понятно.
Ну, дашь мне пройти или нет? Можно прилечь? То есть нас погрузили в гипноз, да, и мы типа в своих воспоминаниях. Ага. А, здесь мы сидели, и мы под капельницей были. Зашибись. Вот это начало. Я надеюсь, что здесь не фильм ужасов. Джон, давай продолжим. Сделай шаг назад. Ну, я сделал. Ты помнишь, как сюда попал? Ну чё, с ума сошел и попал? Как еще в дурку попадает? А? Так. Ну ладно. Открыть. Закрыть. Открыть. Закрыть. Нельзя. А, вот она, да? Поднять. Так. Да, Джон, ты был в больнице. Ты помнишь, почему? То, что дебил. Нет? Слушай, это, конечно, прикольно сделано. Слушай, вообще классно. Вот оно что, да? То есть мы по чуть-чуть будем вспоминать, и у нас все это будет... Потом дверь, скорее всего, появится, да? То есть мы пока вот в комнате, видите, это уже больничные, так сказать, палаты уже начались прорисовываться. Так, ну-ка, этот, что у нас тут? Daily News, так. Not everything is as... Все здесь... То, чем кажется. Не бойся посмотреть поближе, попробуй вспомнить. 13 января 2005 года, среда, да, по-моему? Ну-ка. Теперь ты помнишь, ты видишь происшествие? А, он в аварию попал. Ну, похоже, что да. Скорее всего, в аварию попали. Car accident. Ага. 13, ну, понятно. Во. Ох, ёб твоя. Так. Куда ты пошел? Мужик, стой, стой. Надо туда идти. Не надо. Фух. Вот всегда в фильмах ужасов постоянно герои почему-то идут Джон. Туда, Джон. Где, блин, не нужно куда идти. Джон, давай, вставай. Происшествие всегда происшествие. Джон, ты меня слышишь? Сделай глубокий вдох. You are overwhelmed. Ты ошеломлен. We need to try something different. Надо попробовать что-то другое. Твой разум вступает в противоречие с воспоминаниями. Попробуй небольшие шаги. I want you to think about. Я хочу, чтобы ты подумал о том, где был до происшествия. What did you do that day? Что ты делал в этот день? Что ты видел? Что-то слышал? Ну, давайте попробуем еще раз встать и походить. Надо найти связь, которая вернет тебя в прошлое, Джон. Так, ну. Did you mean to do that? Ты хотел это сделать, или это только твое воображение? Вообще я хотел... А, слушайте, тут, да? О, можно выбирать в зависимости от ответа. И сюжет, скорее всего, может быть, по-другому развиваться. Ну, вообще я хотел посмотреть, что случилось. Ты удовлетворен? Вообще нет. Я думал, он обратно соберет стаканчик. Знаете, так сказать, время обратно вернется вспять. Но не получилось. Меня обманули ожидания. Ладно.
Вау, воу, 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 воу. Ты откуда, ты откуда вообще взялась? Люстра, тебя же не было. Я вообще хотел посмотреть вот эти. Так, ладно, давайте посмотрим в чемодане. Взять. Интересно, Джордж, что ты писал? Keep going, John. Продолжай, Джон. Я вообще, наверное, писал как Кинг, да? Какой-нибудь. Как она, воспламеняющая или они, по-моему, как-то, да? Кэрри, Кэрри, да. Книжка называлась первая. Кэрри, где девочка воспламеняла взглядом. В общем, телекинезом. Хорошо, Джон. А чё, хорошо, я еще ничего не написал. А могу я как-то писать, нет? А, писать я не могу. Окей. Азорь, отель. Ну давайте перевернем. Так, это наш номер, я так понимаю, взять. Да, румши. Что-то. Ключ-карта, Джон. Что за дверь она открывает? Ну, номер. Да, скорее всего. Ну, это такой. Ну да, это скорее всего для. Да, для открытия дверей. Так. Можно еще что-то. Зачем вот включать, непонятно. Ну, не, ну как, это с другой стороны такое взаимодействие, да? Прикольно. Ну, сделано, молодцы. И главное, тени, смотрите, да? Все вот. Включаешь и сразу же тенки уйдут. Так, даже что-то у меня с мышкой как-то очень чувствительность, какая настройка мышц нормально перестала. Вот, чувствительность, давайте немножечко ее поменьше, а то как-то она уж очень дергается, знаете, чуть-чуть убоко она прям скачет. Каждое звено вы поможете вспомнить. Ну-ка, тык-тык-тык-тык-тык. Слушайте, завораживающая такая штучка. Да, можно сидеть часами наблюдать. Интернет — это только способ отвлечься, Джон. Естественно, я отвлекаюсь, слышь? Голос. Дай мне насладиться, пока тут не пошла какая-нибудь херня, от которой нужно потом бегать. А, вот так. Поднять, ну-ка. А, причем... Да, ну давайте. Оп. That's it, John. Так, держать, Джон, вспоминает, открываешь новые двери. Я хочу, чтобы ты отдался на волю воспоминаний, не бойся погрузиться глубже, без меня. Иди, расскажи мне свою историю, Джон. А потом же какая-нибудь херня за нами будет гоняться, да? Мы типа от нее должны будем... А можно кофейку? Дайте мне кофе хоть, блин. Кофейку-то на дорожку, нет? Нельзя. Что ж... Что же мне не дают, блин, не поесть, не попить? А, подождите, у нас 611, да? Скорее всего, у нас... Да это мы в отеле, да, вот, это отель, это наш чемодан, это наша дверь. О, как она шатается, да? А вот стоит ли туда идти? Мне что-то как-то... Ох ты ж, ёперный театр! Серьезно? Блин, вот думаю идти или не идти, ну-ка. Нельзя, да, заперто. А мы не отображаемся, да? То есть мы. Ну да, мы как какой-то такой дух. Ох, ёперный театр. Я ни хера не вижу. Ориентироваться в недавней памяти оказалось очень сложно. Пациент цепляется за якорные точки до воспроизведения. Воспоминания, которые он может восстановить, привели его к дверям отеля. Доктор Ричард.
Этот доктор, скорее всего, да, это который нам этот, ну понял, который у нас голос. Ну пойдемте. О, welcome, витами бам-бам. Да. Идеальное место, чтобы черпать вдохновение для работы. Слушайте. Мне это, знаете, напомнило какое CCO. Опять же, я про Кинга вспомнил, да, Керри. А еще был сияющий. Нет, подожди, как же он? Сияющий, наверное. В общем, еще Джон. Подождите, кто же он? Николсон, по-моему. Я его не помню, да, Николсон. Играл в главных ролях, и они еще такие молодые годы. Вот. У нас получалось так, что писатель приезжал в отель, с семьей приехал, и потом он, короче, сбриндил. Нет, серьезно? А. Ну, а как мне пройти? А, позвонить надо, точно. Я сейчас вернусь. Зашибись. Ну пойдемте. То есть чемодан. То есть у нас чемодан будет так вот перемещаться, да? То есть он просто херак и. Ох, ёб твою потих. Может быть что-то историческое. Ну-ка. Сесть? Ну сядем давайте. Можно написать? Нельзя написать. Берем History of Pomerania, 1995 год, Краков. Взять. Пушка. А, блин, слушайте, я не улыбаюсь. Так, давайте-ка мы... перчатка, чьи перчатки? А, слушайте, а вот тут-то с нами девушка была. Так, подождите, а этот вернулся или нет? Нет, еще. Собака, иди. Под какого хера он не вернулся, ну? В лифт. А в лифт так зайдешь и не выйдешь. Слушайте, давайте мы... Так, хорошо. Это у нас... Это какая-то доска с мелом, да? Взять лупа. Ага, лупа, понятно. Линейка. Но не сказать бы, что это нужное и что-то интересное. Ориентироваться в недавней памяти оказалось очень сложно. Пациент цепляется за яркие точки до происшествия и воспоминания, которым можно восстановить, привели его к дверям отеля, к доктору Ричардс. Да. Но дело в том, что у меня небольшой косяк вышел с тем, что не хочу я наблюдать пока. Да, кто свет включил? Да, не хватило. Наконец-то тишина и покой. Все, что мне нужно, это сигарета, чтобы расслабиться, и моя печатная машинка. Не хватило места на диске. Но суть в том, что я по вестибюлю погулял, потом мне дали номер, я расписал. Ну, точнее, появился консьерж. Я расписался и пришел в комнату. Но в комнату я дошел не сразу. Я шел по коридору непосредственно вот поэтому вот так вот и останавливался всегда 608 номер вот так вот. Вот я шел до 608, потом проходил сюда и начинался снова 601. А когда возвращаешься один, сразу лифт. Вообще такая очень классно сделали.
разработчики, она такая иллюзия. И оказывается, нужно было сфокусировать внимание. То есть вот так вот я сфокусировался в каждый, вот так вот всматривался, и тогда я дошел до своей комнаты. Но это опять же внутри нашего подсознания. Это вот мы бродим внутри вот этого героя, точнее подсознания, пытаемся, в общем, все это выяснить, откуда он, что он. И я надеюсь, не будет как из ведьмы из Блэр, помните, за нами кто-то будет постоянно, кого кто-то преследовать. Или, может быть, это будет как по Стивену Кингу в отеле «Сияющий», по-моему, да, когда его там привидения начинали доканывать, ну, говорили, что убей семью, вот, он там тоже какой-то писатель, и мы, походу, писатели, потому что еще, судя по тому, что ему нужно печатная машинка сигарет, скорее всего, он писатель. Но об этом, как говорится, чуть позже узнаем, не переключайтесь. Ну, а с вами был я, Майстер Квартир 1. Лайки, дизлайки на ваше усмотрение, вашим близким, родным. И вам здоровья, здоровья. Но подписывайтесь, не забываем подписываться. Вам все равно каналу приятно. Ну, а напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, пока, до встречи и увидимся.